Петербурге появилась еще одна площадка для творчества. Музыканты ансамбля «Бисквит» открыли свой арт-центр, где будут знакомить горожан с современной русской культурой и классической музыкой. Сегодня маленьким посетителям предложили поучаствовать в различных увлекательных мастер-классах, в том числе эксклюзивных, кулинарно-музыкальных. Еще учили петь, рисовать, красиво писать и даже фехтовать. Кстати, мастер-классы проводили ведущие педагоги северной столицы и даже солисты Мариинского театра. Теперь в Петербурге, в Московском районе, на Московском 106, открыт такой некий кластер творческий, где детки могут с помощью музыки, с помощью русских инструментов, классической музыки, русских композиторов прикоснуться к различным направлениям и жанрам искусства, таким как живопись, театральное искусство, актерское мастерство, оперное искусство. Это большой такой культурный пласт, который мы хотим нести для деток, для подростков, чтобы они с детства в это вникали. Кому-то, может быть, что-то очень понравится, кто-то начнет развиваться в этом направлении. Для нас это очень важно. Вечером в арт-центре «Бисквит Холл» по случаю его открытия состоялся гала-концерт с участием известных в городе исполнителей, в том числе солистов Мариинского театра.